Приглашение, сэр. Взять у вас плащ, сэр. Дамы и господа, будьте так любезны занять свои места. Добрый вечер, сэр. Сюда, пожалуйста. Извините. Здравствуйте, Хайтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой и сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. Sir, Black Maul had set word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. Прошу прощения. Извините. Pom Gag, sir, is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may venture to book him for Tom Gag. £40. Let Betty Sly know I'll save her from transportation, so I can get more of my estate in England. Betty has brought more goods into our loftier than any five of the game. And in truth, it is a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end margins his fly, because the brain the game depends on it. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. Was to her I was obliged for my education, and to say a fool. Tis woman that's a dear, all mankind. My girl is left to torture with in arms. Her very eyes give cheats when both keep on. She tricks us of our money with our hearts. Tis woman that seduces all mankind. У меня поджилки трясутся. А ты хлебни для храбрости, да и все. Джереми сегодня просто в ударе. Он чудо. Penitence may break his spirit ever after. Besides, certainty gives a man a good air upon his trial.
and makes him risk another without fear or scruple. But Holloway, for 'tis a pleasure to be the messenger of comfort to friends in affliction. But 'tis now high time to look about. Хейтем, лучше бы вы пришли ко мне. Мы бы нашли другой способ. Да. Но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Спокойно. Вот он! Вот убийца! Вот он! Хватай его! А что случилось? Человека убили где-то на верхней балконе! Я тут ни при чем! Клянусь! Обыщите его! Прошу прощения, мадам. Из той ложи не выходил они никто. Они нас убили! Я думала, это Джессика! Нет! Вы уверены? Скорее бы выбраться отсюда! Спокойно, опасности нет! Уходим сейчас же. Что там делают эти люди? Я остаюсь здесь. Спокойно, опасности нет. Прочь! Прочь! Что? Глупец! Спокойно, опасности нет. Куда вы идете? Улицу. Мне плохо. Мне нужен свежий И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Тогда поедем? Да. На Флит энд Брайт. Как прикажете. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание. Или оружие. Или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого. Или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Или нашим врагам, успея не раньше. Вряд ли, благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения, если б я мог рассчитать точнее. Ничего, для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенуэй.
Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Вперед, Хейтем! И прославьте нас всех!